13 марта в Санкт-Петербургской католической духовной семинарии прошли богословские чтения в память о первом ректоре этого учебного заведения, отце Бернардо Антонини. Из-за пандемии коронавируса ряд докладчиков и слушателей участвовали в чтениях в дистанционном формате. Темой нынешней конференции стали «Вера и разум». Диалог веры и разума, единство – это не что-то один раз приобретенное навсегда. Это то, что мы, призваны постоянно осуществлять. Богословские чтения проходят в Петербургской семинарии ежегодно. Исключением лишь стал 2020 год, когда в связи с пандемией мероприятие было отменено и прошло только сейчас.